Кумтургол-компания является одним из крупнейших горнодобывающих предприятий не только в Центральной Азии, но и в мире. Учитывая масштаб производства в условиях высокогорья, ежедневная потребность рудника в продуктах питания, ГСМ, расходных материалах, запасных частей для специальной техники велика. Для обеспечения бесперебойного производства в прошлом году поставки на рудник осуществлялись из 33 стран мира, а общее количество поставщиков достигло 558, из которых 109 – это новые поставщики. С тех пор, как в 2022 году рудник Кумтор перешел в государственную собственность, доля местных закупок увеличивается с каждым годом. Ранее президент Кыргызской республики Садыр Жапаров поставил конкретную задачу по расширению сотрудничества с отечественными поставщиками. Для выполнения поставленной задачи была принята новая стратегия, отдающая приоритет местным производителям и поставщикам услуг. По итогам 2023 года доля внутренних закупок в целях обеспечения производственной деятельности нашей компании достигла 39% от общей суммы произведенных закупок. Стоит отметить, что в 2022 году указанный показатель составлял 24%, а в 2021 году всего 16%. Важно, что увеличение доли отечественных поставщиков имеет мультипликативный эффект, выражающийся в увеличении налоговых отчислений субъектами экономической деятельности, создании дополнительных рабочих мест, поддержке местного предпринимательства. На сегодня наши закупки с отечественными производителями и местным рынком составляют более 39%. И это, считаем, не предел. Продукты питания, строительные материалы, все услуги, какие есть сегодня, мы максимально стараемся привлекать местные. Также это IT-технологии стали задействовать. Максимально стараемся привлечь госкомпании в части научных разработок. Развитие местного производителя является это нашим приоритетом, и мы и дальше к нему будем двигаться. Сегодня на руднике Кумтор одновременно работает порядка 1700 специалистов. Питанием, специальной обувью и индивидуальными средствами защиты обеспечивают именно местные поставщики. Помимо этого, почти все подрядчики, оказывающие различные услуги из нашей страны. Проект Кумтор из политической плоскости перешел в экономически эффективный проект, который, в свою очередь, создает благоприятный инвестиционный климат не только для производителей для других государств. Допустим, 33 государства раньше, заключив договора, осуществляли свою экономическую деятельность, да? Но и также для национального потребителя. Мы создаем конкурентоспособную среду, во-первых, среди наших национальных производителей, во-вторых, мы увеличиваем количество рабочих мест, и в-третьих, мы это же налоги. Это очень большие поступления налоговых средств. Это очень хороший эффект, да? В последние два года руководство Кумтургольд Компани прилагает значительные усилия по оптимизации расходов и более рациональному использованию средств и ресурсов. Так, по итогам 2023 года за счет заключения прямых договоров с производителями и получения дополнительных скидок удалось сэкономить 15 миллионов 86 тысяч 585 долларов США. Помимо этого, за счет оптимизации управления запасами было сэкономлено 6 миллионов 485 тысяч 204 доллара США. Сотрудничество с местными производителями имеет для компании большое значение. В ближайшее время Кумтургольд Компани намерен вывести сотрудничество с кыргызскими предприятиями на более высокий уровень.